Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Подготовил и собрал танк Т-44, подготовил его к покраске. И сейчас буду делать пришейдинг. Вот так вот на данный момент танк получился. Нанесем пришейдинг, дадим ему просохнуть и будем потом наносить базовый цвет. Пришейдинг буду делать краской Tamiya, матовый черный XF1, и бандажи на катках танка буду делать краской Mr. Hobby H77 Tier Black. Цвет резины. Разведу краску и приступим наносить пришейдинг. Развел краску и начнем затемнять нижние части.
Закончил, друзья, делать пришейдинг. Вот что получилось на данный момент. Даже можно сказать, не пришейдинг, а больше я делал это для того, чтобы затемнить пространство, которое находится за ящиками, за баками, за травленными решетками, чтобы на модели не было ни прокрасов, когда буду красить в базовый цвет. Ну и также будет интересная, как бы контрастная игра цвета, то есть более темные, переходящие в более светлые тона краски, и будет выглядеть более реалистично. Кто видел мои видео с другими моделями до этого, ну, те поймут, о чем я говорю. То теперь нам осталось нанести цвет резины на бандажи. Еще раз покажу. Буду использовать краску Mr. Hobby H77 Tire Black. Цвет резины более похожий. Ну и на этом буду видео заканчивать. Сделал бандажи на катках. Довольно неплохо получился цвет. Мне цвет очень понравился. На этом, друзья, буду заканчивать эту серию. Кому интересно, следите за выходом следующей. Там буду уже красить модель в базовый цвет. Буду его намешивать вручную с подручных цветов. И потом посмотрим, какой цвет получится. Все, друзья. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь с нами. Спасибо вам.